Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Еще раз хотела написать всем огромное спасибо за поддержку. Не все меня здесь поняли и мои переживания, но, как говорится, все люди разные со своим мировоззрением и привычками. Я сижу и думаю, как все пережить, и вроде ситуация ерундовая, но она прямо сжирает меня изнутри. Хочется сбежать от всего этого, от всех людей. Обиды, злот на саму себя, свой характер, что не могу никак, у меня не получается ничего. Единственный праздник Новый год превратился для меня в ужас. Ну и все-таки пойдет туда, не буду врать, что небольшая надежда была, что он вдруг все-таки что-нибудь придумает. Узнала, что там будет какой-то аниматор, рассадка столов, молодые девушки-коллеги. Самое главное, что я наконец-то признала самой себе, что я тоже хочу туда пойти, но уже поздно. Я вообще не готова, нет платья, нет прически, поэтому какой смысл идти туда и буду... и быть как чужая. Вот так я никчемная, и вся моя жизнь дожила до 28, и ничего не получается у меня. Ну, во-первых, ничего не поздно. Если вы поняли, что хотите, то нужно, мне кажется, приложить все усилия для того, чтобы хотя бы попробовать. Это первое. А второе, я не совсем понял смысл вашего текста, в том смысле, что... Ну вот я открыл ваш профиль, да, у вас как бы только один вопрос, вот этот, и то не вопрос, а как бы только текст. А, вот, я не увидел другой истории и не помню, чтобы я на это отвечал. Вот, если вас не все поняли, то это печально, конечно, но мне кажется, что те, кто поняли, да, то есть почему-то вы здесь говорите о том, что не все, то есть как будто бы вам важно, чтобы вас поняли все. Это, на мой взгляд, немножко странно, потому что, ну, не нужно вам, чтобы вас понимали все. А вы здесь находитесь для того, чтобы работать с психологом, со всеми психологами работать вы не будете, вам нужно найти одного. Поэтому если вас один психолог понял, по вашему мнению, то с ним бы вам и работать. Вот. Но вы почему-то решили, вместо того, чтобы начать работу, да, вот написать еще одно сообщение. Следующий момент, то, что в целом ваш текст как будто бы больше про жалость. То есть, ну, вы пожаловались, что вот у меня ничего не получается, вот дожила до 28, вот я никчемный и так далее, и так далее. То есть самобичевание получается. При этом явно чувствуется, что не просто, не просто дело в самобичевании, не просто в самобичевании дело, а дело-то в том, что у вас как-то вот самооценка занижена, что в себе вы не уверены, что ревнуете вы к мужу, судя, потому что я могу вот, ну, как бы видеть, вот. И я бы, наверное, ну, как-то вот на это бы обратил ваше внимание в первую очередь, да, что вы как-то вот в этих чувствах пребываете. Следующий момент. Почему единственный праздник Новый год? Ну, в принципе, Новый год это просто, просто традиция и все. А вот, вы при желании можете сделать так, чтобы у вас каждый день был как праздник. Ну, да, для этого нужно будет что-то сделать. Безусловно. Ну, безусловно. Для этого, безусловно, нужно будет что-то делать. Это правда. Но тоже вопрос в том, готовы ли вы и хотите ли вы что-то делать. Вот. Потому что, ну вот, например, сейчас, на данный момент, у меня есть такое ощущение, что вы больше не хотите в себе разобраться. Ну вот, ситуация, да, которая у вас вот произошла. А именно вы как будто бы хотите просто пожаловаться.
15 7 штук. Вот. Ну, как бы, правда заключается в том, правда заключается в том, что жалобы, да, вообще жалобы, они как-то вот ничего не дают. От слова совсем. Нужно что-то делать. Понимаете, да? Вот. Поэтому тут как бы вот такой вопрос. Хотите ли вы что-то делать? Как вы хотите что-то делать? И так далее. Вот. Ну и в целом я бы сказал, вот что, ну, допустим, по моему опыту, то, что я мог сказать, вот по моему опыту, очень часто бывает так, что человек, который, ну, ведет себя, вот, грубо говоря, вот так, как вы, да, то есть, как бы он, как бы нацелен на то, да, чтобы вот, ну, как-то вот себя обесценить, например. Он как-то вот в этой позиции, ну, продолжает ну, пытаться быть. То есть вам эта позиция самобичевания, она вам нужна для чего-то. Понимаете, в чем штука? Она вам для чего-то нужна, эта позиция. Есть какая-то выгода вторичная, да, для вас. То есть, например, раньше вы думали, всегда, не всегда, но вы думали, что вот какая-то я не такая, допустим, да, ну, там, условно говоря, что-то со мной вот не так. Сейчас, на данный момент, сейчас, у вас появилась возможность, я не знаю, как было раньше, но сейчас у вас появилась такая возможность себе в этом, не то, что признаться, да, не то, что прям вот признаться. Ну, как-то вот, может быть, доказать себе, что вот, со мной вот что-то не так. Вот. И все, как бы. Какая штука. Ну, это вот история, она, ну, вот, к сожалению, эта история никуда не ведет, как правило. Поэтому тут, конечно, вам решать исключительно. Вот, но я думаю, я думаю, вот как-то вот в таком ключе больше. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это, ну, было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь за помощью. Буду вам благодарен за обратную связь по моему
ответу это вот, ну, позволит начать работу над собой, да, позволит, ну, позволит начать какое-то продвижение в психотерапии для вас. Вот. Всего вам самого доброго. Обращайтесь.